Многие мамы используют матрасики-коконы для новорожденных малышей первых месяцев жизни. Матрас для новорожденных «Зёвушка» – первый помощник молодой мамы. Многие родители отмечают, что в нем младенцы спокойнее спят, легче переносят колики и проще осваивают новый мир. Ограниченное пространство кокона успокаивает младенца и улучшает его сон. Кокон мягко поддерживает ребенка в правильном положении. Он чувствует себя как в животе у мамы, в полной безопасности. Анатомический кокон предназначен для новорожденных от 0 до 6 месяцев, пока не научились переворачиваться, и весом от 2,5 кг. Кокон прошел клинические испытания на безопасность изделия, имеет сертификаты качества и регистрационное удостоверение на медицинское изделие. Давайте разберем матрасик «Зёвушка» и заглянем, как он устроен. Основанием кокона служит анатомический матрас из упругого гипоаллергенного пенополиуретана. Внутри кокон защищен дополнительной страховочной наволочкой из 100% хлопка. Матрас имеет углубление 8,5 см. Основание защищает мембранный влагоотталкивающий чехол на молнии, на котором вы найдете подробную инструкцию по уходу за изделием. К нему на липучках крепится валик, поддерживающий ножки малыша. В комплекте валики двух размеров. Валик меньшего размера для новорожденного до 4 кг, а стандартный валик для ребенка более 4 кг. Располагайте валик под попкой ребенка. Это гарантия, что ребенок будет находиться в правильной позиции и не сползет вниз. В комплекте два съемных чехла из 100% хлопка разной плотности. Пока один из них находится в стирке, ребенок все равно будет спать на любимом матрасике. Сверху на липучке пристегивают пояс, предназначенный для дополнительного фиксирования малыша в коконе. Кокон «Зёвушка» очень легкий, его вес 2 кг. Его можно брать с собой на кухню или в ванную, чтобы ваш малыш всегда был под присмотром. В комплект кокона входит сумка для удобной транспортировки с двумя типами ручек. В упаковке вы найдете подробное руководство по эксплуатации. Более 20 тысяч мам уже попробовали и полюбили уютный кокон-колыбель «Зёвушка». Попробуйте и вы!